лет. Моя жена купила вот морского ежика, Си Урчин. Покажи. Я вот уже 5 раз сделал. Вот здесь. Давайте покажи. Вот его попочка. Я хочу показать, как нужно ему разделывать. Мы берем Си Урчин, то есть морской ежик. Нужно быть очень аккуратным, чтобы не уколоться, потому что у него очень много иголок. Берем такие ножницы специальные. И или можно держать какие-то предметы или руками, если аккуратно. Отдаливаем и по кругу со стороны попочки разрезаем. Вот так вот. Прям по кругу. После чего эта попочка снимается. Здесь нужно аккуратно. Все, что желтое, мы хотим. Все, что темное, мы не хотим. Обираем это аккуратненько. То, что черное, сюда. Вот. По разному количеству. Вообще, все самое вкусное. Желтое. Это все в нижней части. Это просто вот шляпка, которую мы сняли. Здесь оказалось чуть-чуть этого, поэтому мы снимаем. Сюда кладем. И еще сюда снимаем. Вот так. И кладем. Вроде все. Теперь нижняя часть. Опять же, все, что желтое, мы хотим. Все, что темное, не хотим. Потихонечку, можно пальчиком или можно чем-то черненькое, по-разному. Я так и надавливаю раз, снимаю его, таким образом освобождаю желтое от этого черного. Вот так. Вот так. Окей. Потом идешь сюда. Берем нашу маленькую ложечку и потихонечку соскребаем желтое и вынимаем его. Освобождаем от темного. И желтенькое соскребаем и вынимаем. И так по всей, по всему телу, по всему яжику, по сторонам, по стенкам у него. Это желтое деликатес, туши называется. Когда мы ходим в суши, Си Урчин. И покажи, мама, покажи, что у нас есть тут. Quail egg. И в комбинации с soy paper можете иметь довольно-таки приятный там, ланч или dinner. Или просто late night snack. Все. Еще по всем стеночкам снимаем. Я думаю, что этим хорошо пойдет или саке, или пивка. Кирин Ичибан. Я уважаю. Все. Ну все. До новых встреч. Пойдем enjoy наш Си Урчин. Вырубай, мама.